Продолжаем наш репортаж с острова Великий и его раздел «Затерянный остров». Сегодня у нас продолжение выезда трехдневного, который у нас проводится на этом острове. Остров находится в городе Киев. Город Киев, прекрасное место на берегах Днепра, всего лишь часе езды от центра города, станция метро Крещатик. И вот такой прекрасный вид у нас здесь находится. Мы продолжаем наш утренний наслаждение. Прекрасная погода, я уже успел побегать. Вот. Что здесь у нас получается? О, водные лыжи, водные лыжи вдалеке, здесь видно, классно, водные лыжи, это замечательно, водные лыжи, как классно, супер, да, класс, водные лыжи, это здорово, и поделюсь своими впечатлениями, сейчас утро, 8 часов утра. Я пробежался вдоль берега, прекрасные места, вода теплющая, чистющая. Ну, она с виду темная, конечно, не прозрачная, но обычная речковая вода. Ой, сколько тут рыбок-то у нас. Рыбки. Красота. Прекрасно, замечательно. Какой класс. Так здорово находиться в таких местах, позволять себе выезжать на выходные для того, чтобы слиться с природой, почувствовать ее прелесть. Потому что, находясь целыми днями в городе, мы отрываем себя от нашей природы, которая является источником энергии, бесконечным источником энергии. Это тина, ряса. Ну, это все экологично, все натурально. И очень супер здесь рыбок. Раздолье для рыбок. Какие цветочки растут в этой рясе. Замечательно. Красота-то какая, красота. Красотища. Классно. Утро, солнце, речка, природа. Так замечательно. Это так здорово. Что слабовато он едет, просто разминка. Надо же по волнам идти. По равнинке это похаляло. А, это девочка какая-то, наверное. Это ребенок, в принципе. Похоже. Девушка. Прикольно. Вот по волнам, да, это уже посерьезнее. Это получше. Просто по равнинке идти, это халява. А мы изучаем, продолжаем изучать подводный мир, который у нас здесь. Наслаждается своей жизнью. Интересно. Обалденно. Ряса, как она цветет прям. Красота-то какая. Что вам рассказать? Красиво, классно, природа замечательно, отличное место для отдыха. Рекомендую как можно
чаще выезжать в такие места для того, чтобы заряжаться энергией на рабочую неделю, хотя бы раз в неделю. Это уже замечательно, потому что природа – это бесконечный источник энергии, который дает нам все эти ощущения, и мы должны не забывать это состояние. Вот наш остров, затерянный остров на Великом острове. С вами был Ярослав Мудрых-Воронцов. Увидимся позже, друзья. Намасте. Наверное, Ярик, очень качественный блок, ты знаешь? Не знаю. Ну, ты с таким вдохновением все это снимаешь, делаешь? Мне блога нету, у меня канал просто по этим... YouTube, да? По лекциям моим, да. По межличностным семейным отношениям. Я так, делюсь. Я понял. Впечатлениями. Вдохновленно, и это... Ну да, если позитив есть, можно передать, зарядить. Ну, какой класс, как тут можно не наслаждаться жизнью, смотри, какой да. Супер. Природа такая классная, обалденно совсем. Это раз в неделю хотя бы выехать из города, на неделю зарядиться. Уже как-то проще, да. Да ты что, так классно, что сидишь в этих многоэтажках, оторванной от земли, это ужасно просто. Это наш главный вдохновитель, организатор и в то же время специалист по приготовлению пищи. Все вместе, он специалист на все руки. И зовут его Антон. Антон! Е-гей. Мы делаем паузу.